Всем привет, на связи Томск.ру. Мы продолжаем разбираться в источниках неприятного запаха в городе. Каждый год традиционно жители улиц Обручева и Клюева жалуются на вонь на районе. Дело в том, что на Клюева 13 расположен единственный центр приема ассенизаторских машин в городе. В 2022 и 2023 году должны были появиться две дополнительные приемки. Одна на улице Высоцкого, другая на улице Макрушина. Но, к сожалению, по имеющейся у нас информации, этого так и не произошло. А поэтому отходы Томичей, не подключенных к центральной канализации, попадают именно на Клюева. Здесь яма эта, сливная, укачивают так, постоянный запах. А у нас вот здесь коллектор, куда ассенизаторские машины свозят. То есть регулярно, да, у вас, получается, вонь стоит? Как особенно машина подойдет, сразу. Запахи у нас до сих пор здесь же у нас сливается все, да? Пункт приема ассенизаторских машин, да. Вот, и запах постоянно. Канализация? Вывозит, которые неприятные. Стоит сказать, что поток ассенизаторских машин в единственном томском пункте приема достаточно большой. Мы пробыли здесь около 10 минут. За это время машин 5-6 уже приехало и сделало свои дела. В мэрии Томска прокомментировали ситуацию со строительством дополнительных станций для стоков. В отношении станции для стоков на улице Высоцкого уже выполнена проектная документация. Ее строительство запланировано в этом году. По улице Макрушина такую станцию установить не дает охранная зона ботанического сада, поэтому сейчас Департамент городского хозяйства и ресурсная организация рассматривают другие варианты ее размещения. Есть жалобы на запахи в вашем районе? Пишите и звоните в редакцию Томск.ру.